Гляжу, тихонько жду тебя и теплый шар вяжу. Когда в морях зеленые русалки уныло смотрят вверх на бледный круг луны в мои ступни, впиваются осколки блестящих раковин и губы тонкие молчанием и улыбкой скреплены. Я в окно гляжу, тихонько жду тебя и теплый шарф вяжу. Это музыка на грани полной тишины. Да. Красиво, я уж стараюсь прямо на цыпочках играть, чтобы... А скажи, вот это твой постоянный состав? Или ты пробуешь как-то с разными все-таки инструментами, нет, музыкантами? Нет, с Сережей мы уже, наверное, 100 лет, наверное. 100? Да, ну 6 лет точно. Понятно. Вот, у нас были попытки, мы из Челябинска вообще, вот. Угу. И там у нас были попытки, там у нас был бас, клавиши и перкуссия. Электричество вот. Всякое, да? Да. Да, еще был когда-то давным-давно был такой смешной состав, там акустический, две гитары, флейта, перкуссия и кларнет. Когда ты говоришь давным-давно, у зрителей должно возникать недоумение. Потому что давным-давно это когда-то в детский сад ходила. Нет. Ты выглядишь невероятно молодым. Но... Ты знаешь об этом, да? Нет, я просто очень-очень давно начала петь. Правда. Я первый раз так вот на сцену вышла, 14 лет мне было. Но это было не так давно. Давно. Скажи, ты что-нибудь записывала? У нас такой есть пробный альбом, демонстрационный, не для продажи, который нам помогли чудом записать. Угу. Вот, «Облако» называется. Он не выходил. Собственно, нигде, который да? Я вам тогда... Я случайно вот тогда кассету взяла. Я никому не собиралась ничего давать. Это все в случае. Мне бы очень хотелось. Я сама не люблю так. Очень бы хотелось надеяться. А то, что что-то в этом плане произойдет. Давай еще что-нибудь. Угу. Полнолуние давай. Сижу на кухне и ночь пуза. Расселась рядом и желтый глаз с меня не сводит, тоска проклятая над миром маленьким разлилась. Такое медленное полнолуние, как будто мыло в теплой воде. Уныло плавает в полнолуние на влажном небе, в каждой звезде так много масляного и липкого. Сомнения в том, что там далеко есть я с приклеенной улыбкою и кофе с ласковым молоком. Такое медленное полнолуние, такое
твое медленное полнолуние, такое медленное полнолуние. Сила. Просто сила. Что-то хотел умное спросить, но посреди песни так увлекся, что все мысли голову покинули. Мы еще можем спеть. Пока буду вспоминать. А давай, наверное, это правильно. А вот сейчас спою как раз «Черные глаза». Опа. Да. То есть ты поешь не только свои песни, да? Да, мы всякое разное еще поем. Что нравится всем. Забыть нигде нельзя. Они стоят передо мной. Ах, эти черные глаза. Меня любили. Куда же скрылись теперь? Кто близок вам другой? Ах, эти черные глаза. Меня погубят, их позабыть нигде нельзя. Они стоят передо мной. Ах, эти черные глаза. Кто вас полюбит, тот потеряет навсегда и сердце, и покой. Эти черные глаза. Я вспомнил, что я хотел спросить. У тебя такие, очень часто, как говорят музыканты, не дежурные гармонии. Ты сама владеешь каким-то инструментом? Я на гитаре играю. Так. Плохо. То есть придумываешь ты все это сама? Да, я в голове придумываю. А потом ему на пальцах объясняешь, да? Да, раньше я пока не обленилась вот с таким замечательным гитаристом. Я раньше сама что-то там подбирала. Вот. Но сейчас я обленилась, и я хожу, придумываю, а потом он мучается. Но у меня нет музыкального образования. То есть сидишь, говоришь, не так, а вот этот аккорд, да? Вот да, такой, да, 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 именно так. Музыки тебя не учили, да? Я пыталась, но потом так получилось, что я не, очень жалею, конечно, на самом деле. Ребята, запомните это имя. Юля Михеева. Сережа Багин. Сережа Багин. Счастливо, до встречи. До свидания.